Книга «Открытым оком. Тема женщины. Том 4. Вопрос 1294». Женщина – источник зла. Но ведь она и источник новой жизни, человека по образу и подобию Божию. Или способность рожать детей – это не чудо, а наказание для женщины? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Женщина – не источник зла, но через нее род человеческий – Умирает. Серахова 25, 27 От жены начала греха, и через нее все мы умираем. двадцать 7:26 И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом, спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. 1 Тимофея 2,14 и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Женщина ныне рождает человека не по образу и подобию Божию, а по образу своему. Иова 14.4. Кто родится чистым от нечистого? Ни не один. Псалом 57. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Бытие 5.3. Адам жил, 130-230 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Способность рожать есть и у свиньи, и у крысы, и это тоже чудо. Для людей рождение ребенка – радость, хотя это является последствием греха. Иоанна 16, 21. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Сирахова, 42.14. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. Женщина терпит наказание именно в родильных муках. Бытие 3.16. Женщине сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Такие же муки и в духовном рождении. Галатам 4,19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Пускай клеймят тебя презрением, пускай бессмысленный укор, в тебя бросается злоблением Толпы поспешный приговор. Иди с любящую душою, Своею торную тропою, Встречая грудью молодою Все бури жизни трудовой. Буди уснувших в мгле глубокой, Уставшим руку подавай И слово истины высокой В толпу, как светлый луч, бросай. С. Я. надсон 1878 год